пропажа, не звонишь, не пишешь даже. Тут, прости, как по заказу, навалилось все и сразу. Ты там как? Да я в порядке, огурцом весь день на грядке. Приезжай, возьмешь закатки. Постараюсь, дед. У тебя мои глаза, мой характер и улыбка. Гены, дед, и 20 лет воспитательных бесед. Да, за месяц два звонка, в чате смайлик и открытка. Я приеду, честно, в среду. Ну тогда привет. Жаль, за месяц два звонка, в чате смайлик и открытка. Я приеду, жди к обеду. Ну давай, привет. Привет.